Давай, отдыхай, деточка. Зачем тратить свое здоровье и лишать себя сна, говорит. Ребята, я просто выспалась, поэтому мне не хочется спать. Дружище, говорит, Терсиндер, кыздар, донести дед. Аханчик, своей сестренке напиши, хорошо. Что так? Или кто-то твоей сестренке напишет. Давай, иди, я поспи. Че, не с той ноги стал, что ли? Я не поняла. Иди, давай. Стоит какая-то ава, бля, непонятно, в костюме такой деловой, типа, крутой, что ли? Давай, иди поспи. Не слушай никого, говорит Карандас. Да, блин, бист какой-то, блин, зашел, блин, такой в костюме, такой неважный, такой стоит узенчая и пишет мне. Вот, иди своей сестренке напиши, или кто-то напишет твоей сестренке. Приятно будет, чокнутый, блядь, аханчик, блядь. Ахан еще называется, блядь. Бархан, блядь, не то что Ахан, блядь. Ты бархамборик просто, вот и все. Ой, колхозники заявились у меня, бархамборики. Аханчик, барханчик. Ясненько. Спасибо за лайки и огромные рахметики. Жигиттер танго жақсы қалжын, жақсы сөздер айтайық дейді. Наши сестренки не позор. Всех оценила, говорит. Ну зачем мне так писать? Типа тебя не возьмут, а не будут у меня спрашивать, да если что? Хочу замуж выйду, хочу не выйду, да? Сидит тут умный мне пишет. Аханчик, барханчик, блядь. Вот и точно сказали. Такой в костюме такой стоит, блядь, неважно, блядь. Какой из них аханчик, какой не аханчик. Иди давай отдыхай, блядь, деточка. Чокнутый. Сам казах, блядь, казах кыздарына тисит. Калай уялмай, да? Намысы жоқ екен, қақпас. Жыным білет сондайға бар. У казахов, знаете, много хейтеров. Наши казахи, сами же хейтеры нашим казашкам пишут. Ни одного русского такого не видела, чтобы он писал такого плохого ужаса. И я просто в шоке, мой шок в шоке. Қарындас не болды. Просто маған кое-что жазыватыр, сосын мен үндеме отырмай шығармын. Вечно мен отырсам, қазақтар кіріп маған хейт жазады. Өзің қазақтарынан просто ұялмайды екен. Яттары жоқ екен, намыстары да жоқ екен. Одни казахи пишут, не другие нации, именно казахи. Вот наш Казахстан. Хороший, добролюбивый Казахстан. Да, я просто в шоке. Қайырлы таң, қайырлы таң. Қалайсыздар? Вот такие. Рами, спасибо огромное. За розочку. На огромной рахметики. Спасибо, ребята. Огромные за лайки, огромные рахметики. Ладно, я твой шок красотуля наша, говорит. Ну, конечно, я шок. Как это можно, да? Ихуха это одет, ихум гермиатр. Блока их сразу, говорит. Ну, знаете, я хочу блокнуть, но я не люблю, когда мне такое начинает писать, и мне все это раздражает, я все высказываю. Я просто не блокаю, тупо просто сижу и общаюсь. Вот и все. Что они будут дальше писать? Они просто тупо молчат и уходят. Вот и все. Кай же день была, со сменах тебе голосна была. Тарта пузбандер разрушил артист. Трус-трус. Трус-трус. Уйти, трус айтас. Еще казах, казах, пандите. Да, я просто в шоке. Это же твоя реакция. Они влюбились, говорит. Ой, не надо мне такой реакции. Знаете, ребята, мне такой реакции не надо. Ах тебе, адайларма, жоқ-жоқ, ах тебе. Байлалар, тут каралар, ах тебе, де. Спасибо огромное за лайки. Үлкен рахмет. Рахметики, рахметики. Спасибо, спасибо огромное. Молодец, прямо все в лицо говоришь. Ну, конечно, Арстанчик. А что, молчать, что ли? Один хейтер пишет. А я просто до конца сижу. Тупо просто до конца сижу. Что он мне ответит? И на тебе его молчит, ушел. А если ему сестре написали, были сестренки, как ему казалось бы? В смысле, где воспитание? Муратик, вы о чем? Баси, ах тебе, ну, кыздары, кайсалары, слугы. Не, я рахмет, рахмет, үлкен рахмет. Просто клиент, хейтерлар, қазақтар жазады.
ешкімді көрген жоқ, орыстар жазған, басқа нациялар, именно казахи пишет. Еще говорит, мы казахи, Казахстан сила. Да. А, взяла скейтер, назвала, говорит, привет, какого города? Привет, привет, с города к тебе. Привет, красавица, здравствуйте.